Добрый день, дорогие зрители моего канала «Домашний очаг с Мариной». Я для вас создаю новый плейлист. В нем я хочу вам рассказать о многих-многих диетах. Все, что я смогу вам предложить с точки зрения и медицинского направления, может быть, даже кто-то сам освоил какую-то диету. Разговор идет не только о похудении. Прежде всего, разговор идет о здоровом питании и о здоровом образе жизни. И видео будет достаточно много. И если вы мне позволите, я хотела бы их еще сопровождать комментариями. Потому что моя задача не просто найти где-то информацию, предложить вам диеты, а обязательно я хочу их прокомментировать с точки зрения медицины, заострить особое внимание на нюансах. Сразу хочу сказать, несмотря на то, что я диету вам озвучу, но в конце будут такие диеты, которые я буквально буду вас предупреждать и ограждать от их использования. Или заострю ваше внимание, что если у вас есть склонность к определенным заболеваниям, чтобы вы именно эту диету не экспериментировали. И сразу хочу сказать, что диеты, которые я вам буду озвучивать, они будут разной направленности. Большой блок диет будет так называемые экспресс-диеты. Это диеты, которые мы используем в течение от 3, 5, 7, максимум 9 дней. Именно на этих диетах я буду особо заострять внимание, потому что они действительно могут дать очень быстрый эффект и результат, но и могут нам вызвать обострение здоровья. Поэтому здесь я буду уточнять, но, конечно, вы сами сделаете выбор и вывод, какая диета вам подойдет в данном случае. Такие экспресс-диеты применяются в основном после длительных праздников, ну вот рождественских, новогодних или, может быть, каких-то мероприятий. Как я сказала, они очень краткосрочные, обычно направлены на чистку организма, но они все специфические. Я хочу вам рассказать и о белковых диетах, заострить внимание, и на то, что обратить внимание, какие могут быть последствия. Это тоже будет очень важно. Я хочу вам рассказать о монодиетах. Тоже обратить внимание, какие они могут дать последствия. И сразу вам хочу сказать, что каждая диета может по-разному себя вести в любое время года. То есть, если вы зимой ее будете применять, ну вот экспресс-диету, она вам даст один результат. Если вы будете применять ее летом, она даст вам, скорее всего, другой результат. Поэтому я знаю, что все зрители моего канала «Домашний очаг с Мариной», мы завели с вами все ежедневники. Они у нас прежде всего для организации дома, быта. И вот на обратной стороне мы поворачиваем тетрадку. Я вам очень советую завести вот такой вот контрольный журнал и, может быть, записать все диеты, которые я вам расскажу. Ну, мы же не знаем, как там сложится ситуация с интернетом. И вы сейчас все диеты запишите, вот 15 экспресс-диет я вам озвучу. И даже если она сейчас вас не заинтересует, может быть, вы откроете свою тетрадку и летом обратите на эту диету и буквально 3 дня проведете с собой вот такое мероприятие, ну вот прежде всего как здоровый образ жизни может быть, или какая-то чистка может быть, или действительно вам надо привести быстрые формы перед каким-то праздником или днем рождения. Это тоже может быть как такой вот быстрый эксперимент. Хотя я еще раз хочу сказать, я приверженец здорового образа жизни, более такого трепетного к себе отношения. Ну, все мы, женщины, обладаем каким-то экстримом, и иногда нам хочется себя взбодрить. Поэтому я вам предлагаю очень интересный плейлист, который буду наполнять на протяжении всего года. И мне очень хочется, чтобы в комментариях, может быть, вы поделитесь своими какими-то методиками, и я с удовольствием их озвучу. И вы обязательно напишите свой результат и, может быть, какие-то рекомендации. Но, опять же, заостряю внимание, может быть, кто-то подстрадал от какой-то диеты. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И я жду ваших комментариев.